Ой, откуда? Кто стреляет? Ой, а, небоскребный снайпер-мюльник. Да я тебя сейчас РПГуленькой достану. Оп. Чё, мимо? Мимо, гляй-ка. О, вертолет. О, я придумал. Ну, снайпер-мюльня небоскребная. Сейчас будет та-та-та. Иди сюда. Чё, не ждал меня? Ой. Погоди-ка. Сейчас все будет, не уходи никуда. Та-та-та-та-та. Нуп. Это был... Ой! Как-то не очень я охотник на снайпер-мюльников. В те минуты, когда на поле боя очень жарко, сделайте так, чтобы стало еще жарче. Тын-тын, друзья, и добро пожаловать в безумный мир Battlefield 4! Поехали! Все это, конечно, хорошо. Выпрыгнуть, сбить вертолет или самолет, вернуться обратно, затем из этого сделать крутой монтаж. Но все ли знают, чего это стоит? Сколько тратится времени, чтобы сделать 30-секундный фрагмувик из рандезук? Вряд ли. Ведь это чудовищное времяубийственное мероприятие, во время которого порой заканчиваешь раунд со счетом 5 к 50. И это далеко не рекорд. И эту часть все обходят стороной, ведь там особо гордиться не нечем, хотя случаются даже в зафейленной рендезуге очень забавные моменты. И сейчас я их вам продемонстрирую на личном параде рендефейлов. Первый пример нашего парада называется «Наказание рендезушнику». Это происходит, когда ты слишком долго не можешь делать рендезуку, и вражеские самолетчики начинают уже глумиться над тобой. На, блядь, сука! И еще один подобный пример в «Наказание за забытую перезарядку с мава». Следующий пример называется «Психованный вертолетчик». Это происходит, когда твоя жертва безумнее тебя. Еще один пример называется «Невидимка». Это происходит, когда уже сами разработчики начали тебя троллить. У них вертолеты стартуют. Че это, блядь, было сейчас? Кстати, если уж совсем не прет во время игры, то можно попробовать зарядиться вот таким вот энергетическим напитком. Торнадо Энерджи. И сами взбодритесь, и команду свою не подведете. Скорее всего. Нуп! Ты ж, блядь! Чё это такое? Ну да, да, скиллуха ни с того ни с сего с неба на вас не упадет, но вот бодрости будет хоть отбавляй. К тому же под каждой банкой Торнадо Энерджи с логотипом g2a.com есть уникальный промокод под крышкой или ключом. Активируя его на странице сайта, получай деньги и покупай игры на свой вкус. А также в группе Торнадо Энерджи ВКонтакте каждую неделю разыгрывают новые игры, такие как Overwatch, Doom и другие. Не упусти свой шанс, все ссылки есть в описании. Ну что, поохотимся на что-нибудь летающее? Стой! Слишком быстро летел, маленькая мушка. Еще один вертолет где-то тут, я тебя слышу.
Я тебя слышу, я тебя найду по звуку твоего пропеллера-друпеллера. Давай ко мне лети! И... ХАП! Хочешь сказать, я воспользовался твоей беспомощностью? Ну, можешь думать так, если тебе будет от этого легче. Вот не понимаю я самолетчиков. Зачем использовать самолет так бездарно, когда можно сделать вот так? Хоп! И хоп! Так что учитесь, самолетные насекомые у воздушных богов батлы. Ты что, возражаешь мне, что ли? И тебя туда же. К вертолетно-самолетным войскам на том свете. А сейчас такой бац и из пустыни на снег. Здравствуйте, северный олень. И вам здравствуйте, атлантический пингвин. А вон, смотрите, маржуль стоит. Давайте с него шкурку снимем. Иди к папочке. Оп, нечестно, нечестно, я был неактивен. А так не, о, дефибриллятор, дефибриллятор, а-та-та-та-та, не считается, не считается, меня подняли. Мужик, мужик, стой, метрополитен забыл, стой, вот, с собой возьми. Ха-ха-ха-ха-ха, теперь точно пропустят. Мама, мама, еще убью эту сторону. А сейчас немного жестоких фейлов и просто упоротости. А, похуй, точка наша. Отбил. Пусть стреляет. Как не попал? Выстрелил в него? Минус. Ты что делаешь? Ты что творишь? Случилось опять. Да, пока. Надо чинить. Мне хуёво, мне хуёво. Чинило, чинило. Куда ты такой? Сука! Блин! 40 хп у него осталось, блядь! Я не успел отъехать от базы, блядь, у меня уже пол хп нет. Чини давай. Вот сейчас стану здесь. Угу. Как он приехал сюда, блядь? Когда успел, блядь? Вон он справа, смотри. Да. Я догоню. Это прям этот тот хуесос, не, блядь. Не стреляй с моего, расхуярим. Он вылез. Да. Сука, какой живучий. Здрасте, блядь. Блядь, сука! Thank you.
еще раз ты, Дентон, народ. Вот такой я вам подарочек замутил под завершение охрененно жаркого лета. Классический батл схемов. Самый безумный подрывник в своем первозданном виде. Все как вы любите, с фрагмуви, фейлами, крутой музыкой и поводом сказать, схемов опять переигрывает. И это только начало, ведь буквально на днях начнется открытая бета Battlefield 1. И полетят ролики из вашей любимой рубрики «Вызов принят». Так что, ребята, жду от вас поддержки в виде лайков и репостов. И, конечно же, пишите в комментах задания и эксперименты для «Вызов принят». Самые лучшие обязательно попробую выполнить. Всем душевного фана и безумного эпика! Всем пока!